Сегодня в программе. У всех детей всякие там планшеты навороченные, куклы дорогие, между прочим. С гардеробами он побольше, чем у меня будет. А у нашей-то дочери что? Пластилин и однолапый заяц, да? Кирилл Жернаков утверждает, что он не является отцом Таисии Жернаковой, несмотря на то, что девочка появилась в браке Кирилла с Аленой. Кирилл утверждает, что провел целое расследование, которое и показало, что отец Таисии совсем другой мужчина. Алена Жернакова иск не признает. Кто же отец ребенка? Нравится она тебе? Может, как бы у вас получится, а я тебе денег дам? Ну, он что-то мялся-мялся, пытался, глазки-то бегают, руки-то дрожат, деньги и взял. Год назад Римма Фирина отдыхала с подругой в дачном поселке. Там она познакомилась с Денисом, к которому у Риммы возникли романтические чувства. Римма убеждена, что именно он является отцом ее ребенка. Однако Денис уверяет, что никогда не был знаком с Риммой, а во время ее отпуска находился с другом на рыбалке совсем в другом месте. Слушается гражданское дело по иску Жернакова Кирилла Валерьевича к Жернаковой Алене Станиславовне об оспаривании отцовства в отношении Жернаковой Таисии. Ей сейчас 6 лет. Истец утверждает, что не приходится биологическим отцом девочки и просит аннулировать запись о его отцовстве в записи акта о рождении. Кирилл, вы с Аленой состоите в браке, записано отцом, свидетельство о рождении в графе «отец» Жернаков Кирилл Валерьевич. Пожалуйста, суд вас слушает. Ваша честь, Тася мне сама все рассказала, если честно. Все началось... Дочка вам 6-летняя сама все рассказала, да? Да, да. Так вот, прозаично. Так. Началось все с того, что она... Она-то уж точно знает, от кого она родилась, да, истец? Как оказалось. С нее вся ниточка и клубочек-то расплела. Так. Началось все с того, что она меня какие-то косые взгляды все время кидала. Как-то странно на меня смотрела, на ручки не просилась. С работы не встречала. Это вы сейчас все про 6-летнюю девочку, да? Да. Взгляды на вас косые бросала, да? Ну, как-то так, знаете, на ручки не просилась. Как это обычно бывает, как будто незнакомый человек. Мы с ней как-то раз пошли гулять. Она меня даже за ручку не взяла. Я спросил, а почему так? Она мне говорит, потому что ты не мой родной отец, ты меня просто содержишь и воспитываешь. Я говорю, как это так? Она говорит, мой настоящий папа живет в замке, умеет летать, у него лошадиная какая-то ферма, волшебные лошади у них там, и скоро они с мамой переедут к папе жить. Скажите мне, пожалуйста, Алена, вы дочери говорили, что на самом деле истец не ее родной отец? Да нет, конечно. Тася сама все выдумала. Ой, ваша честь, знаете почему? Посмотрите на него. Он же нищеброд. Он же как 16 лет пошел работать на склад. Знаете, там до сих пор там и работает. Он никуда не развивается, ничего не делает. Валяется только на одном диване. Но знаете, вот неудивительно, что дочь в такой ситуации ушла в мир фантазий. Но она, конечно, выдумала себе, что у нее там отец, состоятельный человек, король. Ну, вы посмотрите, вот в любой детский сад зайдите, что вы там увидите? У всех детей всякие там планшеты навороченные, куклы дорогие, между прочим. С гардеробами он побольше, чем у меня будет. А у нашей-то дочери что? Пластилин и однолапый заяц, да? Да однолапый заяц, потому что она сама ему лапу оторвала. Это же ребенок. Угу. Ваша честь, пригласите, пожалуйста, в зал суда сестру моей Аленки, Аню. В этих историях, которые рассказывала мне Тася, она увидела вполне реального человека. Я думаю, что она сейчас нам обсудит. Ну какого реального человека? Что ты говоришь такое? Ну, у всех нормальные отцы. Нормальные отцы работают. Они там мутят какие-то блоги, хотят там бизнес свой построить. Не знаю, да что угодно делают. Не то, что ты сидишь вот на одном диване. Что да нормально у нас семья. Клочкову Анну Станиславовну, пожалуйста, пригласите. Конечно, сейчас послушаем. Моя сестрица стала слушать, да? Да. Конечно, нашел кого слушать. Потому что ты молчишь. Анна, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, вставайте к истцу. Скажите, пожалуйста, Анна, вы являетесь родной сестрой ответчика, да. Алены. Все верно? Да. И вы можете подтвердить, что Алена родила свою дочку не от своего законного мужа, а от какого-то другого мужчины. Да? Да, ваша честь, к сожалению, я могу это подтвердить. Мне не просто об этом, конечно, да что тебе не просто об этом говорить? Ты вешалка ходячая. Слушай, вообще. Ваша честь, мне очень тяжело разговаривать, потому что я боюсь, что она меня поколотит. Ой, просто. Я умоляю. У меня аж руки трясутся. Нет, в зале суда она вас точно не поколотит. Ваша честь, я с сестрой
очень мало общаюсь, но иногда мы пересекаемся на семейных праздниках. И вот в последний день рождения нашего отца я общалась с Стасичкой. Вы знаете, меня очень поразило то, что она говорит, потому что, ну, какие-то странные факты. Она говорит то, что Алена, моя сестра, ей внушает то, что Кирилл – это не ее отец. Вот. И такое подозрение падает, то, что отец Стаси – это мой бывший муж Вадим. Да? Серьезно? Он что, летать у вас умеет? Ну, понимаете, Таисия он... рассказывал про то, что ее папа умеет летать. Он очень часто летает. К сожалению, правда, ну, на самолете, но у него перелеты практически каждый день. Но не только этот факт совпал, еще очень много фактов. Я не понимаю, ты сюда пришла, чтобы повипендриваться, да? Что у тебя мужик такой богатый был? Давайте послушаем, что сама Тася говорит по поводу этой ситуации психологу. Тася, расскажи про своего папу. Мама сказала, мой папа король. У него очень-очень много денег. И большой-большой замок. И в замке живет... И диалог волшебный. Волшебный единорог. А почему он волшебный? Потому что все диалоги ядовные. А он черный, умеет скакать по деревьям. Мой папа ведь тоже волшебник. Твой папа богатый король-волшебник. Да. А что он умеет? Потому что он ему все-все-все подчиняются, даже времена года. А как они так ему подчиняются? Вот когда мы с мамой поедем к папе, то мы тоже будем жить в большом-большом замке. У него даже вокруг замка ров с водой. Ров с водой? Да. Видите? Видишь, что происходит? Ну, господи, ребенок, это фантазия. Анна, вы с чего взяли, что речь идет о вашем бывшем муже? Я сейчас все объясню. На самом деле, я догадалась, потому что... Ну, давайте посмотрим трезво на ситуацию. Она говорит постоянно о единороге волшебном. Это потому, что у Вадима есть своя собственная конюшня, у него есть черный конь по имени Рудольф. Но единороги же вроде белые, нет? Да, но она говорила про черного коня, лично мне. Плюс ко всему, она постоянно говорит о том, что папе подчиняются времена года. У Вадима есть такое хобби, он очень любит собак, ему подарили 4 охотничьи собаки. Друзья подарили, их имена, если переводить с французского, то они означают времена года. То есть, по факту, у него в подчинении времена года. И если говорить про ров возле замка, то у Вадима есть дом, который действительно напоминает замок, и его строили по схеме итальянского архитектора. Что ты все время выпендриваешься, господи? Вокруг замка. Да хватит выпендриваться, все уже поняли, что у тебя был богатый мужик. Я сомневаюсь, что он выпендрится. Если верить, вот если верить всем рассказам нашей дочери, знаете, можно во все что угодно поверить. Ваша честь, есть еще один момент. Вот как раз-таки в тот день, когда я общалась с девочкой, она мне пообещала, что если я приду к ней в гости, то она мне покажет своего папу, точнее его фотографию. Я сразу же на этой же неделе, под предлогом того, что мне надо было что-то передать от мамы, приехала, и Тасечка меня сразу же потащила в свою комнату. Она мне показала свой тайник, там у нее есть ведерко из-под майонеза старое. И в этом ведерке я обнаружила фотографию Вадима, это вырезка из журнала. Как раз это была страница, где описывалось, что он очень богатый бизнесмен, и вокруг него как раз сидели эти 4 собаки. Я думаю, что эти факты должны быть достойны того, чтобы опровергать, что Кирилл настоящий отец. О, господи, что с этого вообще? Я не понимаю. Вот так всегда. Вот откуда, так всегда. Скажите мне, пожалуйста, у нее эта фотография? Ой, господи, она увидела ее в журнале, ваша честь. Ну, мы вообще тогда обсуждали это с моим мужем. Я еще говорила, господи, моя сестрица просто сожралась. Она от такого мужика ушла. Ну, упустил, конечно. Ну, ладно. Но ребенок что? Он схватил этот журнал, убежал в комнату. Ну, я не знаю, чем ей так понравился этот журнал. Ну, наверняка собаками, кстати говоря. Вот. Но она вырвала оттуда страницу, ну, и выдумала всю эту историю. Я не знаю, зачем мы вообще поднимаем этот разговор. Просто все дело в том, что Таисия... русским языком сейчас рассказал нашему психологу, что это вы ей рассказываете, что папа у него король, живет в замке. Господи, ну, ваша честь, ну в чем я виновата, а? Нет, если мой мужик не может нормально обеспечивать семью, я в чем-то виновата. Он только лежит на диване, ничего не делает. Я-то здесь при чем? Я ничего своей дочери такого не говорила. Это все выдумки, они там, не знаю, придумали, не понимают. Так психолог уже говорит. Всю эту историю вообще может
подтвердить. Вадим, я его видела 2 раза в своей жизни. А вы его что, хотите пригласить в качестве свидетеля? Конечно, он подтвердит. Конечно. Он подтвердит, что он не является отцом Таисии? Он подтвердит, что я его вообще видела 2 раза в своей жизни, если не знакома. А как он может быть отцом нашей дочери с моим мужем? Трощий Вадим Николаевич, пригласите его, пожалуйста. Они там уже спели. Зачем ты наговариваешь? Слушай, на меня? Я хочу просто оправдаться. Хватит завидовать, оправдаться. Я не завидую. Вот у меня есть мужик, только виновный. Да, и тем не менее, поэтому своего мужика ты не знаешь. Здравствуйте, да? Вадим. Здравствуйте. Добрый вечер. Всем. Вадим, вот девочка Таисия очаровательная рассказывает нашему психологу, ИСУ рассказала, что ее отец живет в замке, что умеет летать, что у него свои кони. И что он вообще король. Скажите, пожалуйста, вы тот самый король? Ваша честь. Ну, во-первых, я хочу начать с того, что с Аленой у нас никаких отношений нет. Она является сестрой моей бывшей супруги, не более того. А, соответственно, моя бывшая супруга и Кирилл, они почему-то на нас озлобились и начали сочинять эти истории. А здесь еще ребенок рассказывает какие-то сказки. Естественно, надо ребенку верить, это же настоящие сказки. Хватит строить вот себя все. Короля. Ну, это бред какой-то. О чем если быть? Ты богатый, это не значит то, что надо отлынивать от своей ответственности. Господи, если заделал ребенка да моей сестре, то отвечай, да пожалуйста. Да что ты лезешь? Вообще ко мне пристало. Тебе-то какое дело? Я вообще не понимаю. Да тебе всю жизнь было просто завидно. Тебе прям не имется то, что я успешнее, чем ты. Мне все равно, мне ты вообще-то сама вообще к Вадиму полезла. Я... Вадим, мне, кстати, тоже интересно, а почему так осведомлена Алена о твоей личной жизни? Да. Ваша честь, я скрывать не буду. Я человек довольно публичный и, ну, мягко скажем, состоятельный. Соответственно, журналисты у нас на месте не сидят. Они прекрасно могут рассказать о моей жизни, о моей личной жизни, о моем бизнесе, плюс социальные сети. Поэтому, если хотя бы немножко усилия приложить, и вы, и, я думаю, любой сидящий в этом зале будет хорошо осведомлен о моей жизни. Это по поводу от того, почему Алена знает, кто-то другой не знает. А давай это теперь по фактам, Ань. Как часто я Алену видел? 2-3 раза, по-моему, на каких-то семейных торжествах, и все. И что-то после этого, по-моему, дети обычно не появляются. Это во-первых. Во-вторых, ваша честь, я, конечно, понимаю, это не скромно, но давайте сравним Алену и Анну. Они немножко выглядят по-разному, и можно сказать, что Алена как бы немножко не в моем вкусе. Извини, Ален. А в-третьих, давайте веселую математику здесь посчитаем. Сколько у нас ребенку лет, Кирилл, напомнишь, да? Около 6, да? Ань, сколько я тебя 5 знаю? 5 лет ей. 5 лет, да? Ань, сколько я тебя знаю? 3. А Алену еще меньше. Как я могу быть ее отцом? Вот и да, все. Действительно. Хорошо, отлично. Кирилл, Вадим не собирается признаваться. Может, позовем тогда нашего свидетеля? Вашего свидетеля? Что это значит, вашего свидетеля? Вы что, вместе, что ли? Сговорились? Да, мы... Ну, знаете, вы пара? Когда такое происходит, как бы, ну, мы все это вместе выясняли, так скажем. Я прошу пригласить в этот зал еще одного свидетеля, свидетельницу, Тучнову, Софию Андреевну. Кого? Тучнову? Да. Ты вообще знаешь, кто это? Я с ней вообще 100 лет не общалась. Она сейчас, это одноклассница и подруга, ну, бывшая одноклассница и подруга моей Аленки. Господи, я вообще с ней не общаюсь. И она сейчас расскажет, где и при каких обстоятельствах была зачата моя дочь. Нашел, кому верить, на трепло последнее. Я вообще верить нельзя. То есть, получается, все-таки ваш иск основан не только на том, что вам напридумывала Таисия, да? Понимаете, с этого, наверное, надо было начинать. Понимаете, все просто началось с того, что она заговорила об этих замках и так далее. Вот этот клубок, он как бы привел меня к тому, что мы начали искать доказательства этому и нашли. А, и вы нашли вот этого свидетеля, да? Тучнову Софью Андреевну, верно? Да. Пригласите ее, пожалуйста. Какое это доказательство? Кирилл, о чем ты думаешь? Она сейчас все расскажет. Я с ней не общалась со школы, господи, она... Ты все время говоришь, отнекаешься, куда ты хотите, чтобы на работу пошел, заработал побольше денег для нашей дочери? Я зарабатываю. Тебе должно быть, когда ты про моего мужика всем рассказываешь. Да что вы про него рассказываете? Я очень... Да потому что влюбилась. Софья, здравствуйте. Ой, я вас умоляю. Софья, вот истец Кирилл утверждает, что вам доподлинно известно, от кого его супруга Алена родила дочь Таисию. Да, ваша честь, я вам с удовольствием расскажу. Пожалуйста. Доченька Алены, она рождена от вот этого бизнесмена Трощева. 7 лет назад, 6 декабря 2012 года, мы с Аленкой так хорошенько в клубе, ну, напились. Вот, мы отмечали преддверие ее свадьбы. Я была еще счастлива за, на тот момент, подругу мою. Вот, ну, потом нас таким, знаете, образом телепортировала в коттедж. Ну, как телепортировала? Мы шли, шатались по дороге, остановилась машинка с мальчиками такими хорошими, красивыми. Мы сели, поехали, вот, привезли нас в коттедж.
А, вот где мои 20 лет? Вот где мои 20 лет? Сейчас шатайся, ходи по дороге. Просто только дальнобойщики одни останавливаются. Короче, мы приехали в этот коттедж, вот. А, и хозяином вечеринки был как раз Вадим. Вот. Но, кстати, как рассказывают все СМИ, абсолютно точно, что никаких денег он сам не заработал, он просто сынок богатеньких родителей. И все. А, ну, в ту ночь он положил свой пьяный глаз на мою подругу, но она была на седьмом небе от счастья. Вы представляете, ей как раз сделал предложение самый красивый мальчик в школе. Вот. А тут такой бизнесмен. Ну, естественно, она забыла про свадьбу, как не забыть. Они провели хорошую ночь, но вот знаете, какая печалька. Потом, когда она ему позвонила, он даже не вспомнил, кто она и как ее зовут. Заблокировала все контакты. Все? Вот такая... Теперь ты не можешь, да, отмазываться? Ваша честь, да, я была на этой вечеринке. Но у меня с Вадимом, у меня с ним ничего не было. Я же тогда была молодая, ну, глупая. Ну, мы очень, да, мы очень здорово повеселились. И Вадим, он попытался меня... потащить в комнату, но я не пошла, Кирюш, я не пошла. И вообще, когда вопрос ставится, деньги или ты, я тебя выбрала, Кирилл. Ты извини, может, у вас, конечно, ничего и не было, так убедительно все это говоришь, но пока мы все это дело как бы раскручивали, я влюбился в твою сестру. В общем, она такая неземная. И ради нее можно луну и там звезды, все с неба снять, как бы, и все, и подарить. Ах, луну можно, Кирилл? Ты неправильно понял. Ты очень хороший парень, честно. И тебе обязательно повезет, но давай без меня. Это просто было расследование. Хорошо? То есть я думал, мы будем вместе? Нет. Я хотела просто помочь сестре. Слушай, ты такой наивный, я не могу. Аня вообще-то предложение сделала, миллиардер. Американский, он в два раза богаче Вадима. Ну ты понимал. Ой, господи, Кирюха, ну ты, конечно, лох. Ты вот реально поверил, что моя сестра будет с тобой? Господи, да она же все это устроила, чтобы мне насолить. Она же опять свои объедки мне и подкидывает, да, сестричка? Да что-то я правда лох. Кому ты веришь? Слушай, я не понимаю просто. Слушай, Алена, может быть, забудем все? Как бы назад откатим? Все-таки, если ты говоришь правду, то, значит, Таська все-таки моя. Может, я просто погорячился? Давайте вы эти вопросы потом со своей женой обсудите, а сейчас пришло время ознакомиться с результатами вашего истец ДНК-теста. Конверт, пожалуйста, принесите. Ты вообще молчите, никто слова не дал, что часу приперлась. Ой-ой-ой. Иди отсюда, иди там, выходи своего миллиардера. Вот это сколько там у него миллионов. Заведу молча. Что я ввязался? Угу, спасибо. Оглашаются результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Жернакова Кирилла Валерьевича и Жернаковой Таисии. По результатам настоящей экспертизы Жернаков Кирилл Валерьевич не является биологическим отцом Жернаковой Таисии. Это что, получается, ты наврала, что ли, сейчас все? Я стою перед тобой, а ты мне врешь в глаза. Кирюш, я всю жизнь была уверена, что ты Таськин отец. Как это вообще могло произойти? Мы, вообще-то, Боже. У нас презерватив был. Я не поняла, это я что теперь? Могу с Кирюхой развестись, а на Вадима иск подать, что ли? Так, да? Да, получается так. О, вот это подарочек, господи, я прям-таки не ожидала. Нет, теперь-то я вообще точно с тебя, ну соточку-то я с тебя точно сдеру. Ален, я даже не помню, что это, как это произошло, и вообще тебя не помню. Ты пьяная где-то по дороге там шла, и каким-то пацанам машина села. Не-не-не-не-не, только через суд, Ален, только через суд это будет решаться. Нет, я вот подумаю, я еще и фиксированную сумму какую-нибудь с себя сдеру. Ох, мы с Таськой-то, да, Кирюх, ну ты не расстраивайся, ну что ты реально поверил, что я с Вадимом не переспала? Ну, вообще такой шанс один раз в жизни достается. Суд удаляет для вынесения решения. Прошу всех встать. Кирюх, все, не расстраивайся, господи.
Далее в программе. Нравится она тебе? Может, как бы у вас получится, а я тебе денег дам. Ну, он что-то мялся-мялся. Ну. Пытался, глазки-то бегают, руки-то дрожат. Деньги и взял. Год назад Римма Фирина отдыхала с подругой в дачном поселке. Там она познакомилась с Денисом, к которому у Риммы возникли романтические чувства. Римма убеждена, что именно он является отцом ее ребенка. Однако Денис уверяет, что никогда не был знаком с Риммой, а во время ее отпуска находился с другом на рыбалке совсем в другом месте. Не расстраивайся, правда? Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства удовлетворить. Аннулировать запись об отцовстве Жернакова Кирилла Валерьевича в записи акта о рождении Жернаковой Таисии. Суд аннулирует запись об отцовстве Жернакова Кирилла, потому что его утверждение, что он не является биологическим отцом Жернаковой Таисии, подтверждается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Судебное станет закрыто. Прошу всех встать. Заседание закрыто. Прошу покинуть зал суда. Слушается гражданское дело по иску Фириной Риммы Яковлевны к Лашину Денису Матвеевичу об установлении его отцовства в отношении Фирина Филиппа, которому сейчас 4 месяца, и взыскание соответчика алиментов на содержание ребенка в размере 1/4 его доходов ежемесячно. Ответчик иск не признает. Римма, расскажите, пожалуйста, кем вам ответчик Денис приходится? Ваша честь, Денис Матвеевич мне никем не приходится. У нас с ним случилось... случайное знакомство. Это вообще на самом деле не мое так знакомиться с мужчинами. Дело в том, что в том году мы вместе с моей подругой Стеллой сняли комнату в домике за городом, в дачном поселке. Мы решили отдохнуть от городской суеты. Понимаете, эта жизнь на природе, она так духовно обогащает. Так прекрасно, птички поют, свежий воздух. И... в этот же домик, в соседнюю комнату, чуть позже заселился Денис вместе со своим ваш другом. Ваша честь, да не было меня ни в каком поселке. Угу. Ну, ваша честь, можно я продолжу? Пожалуйста. Я вообще сама по себе очень человек скромный, замкнутый и очень тяжело схожусь с людьми, мало общаюсь. А вот моя подруга Стелла, она наоборот, очень общительный человек. Она сразу же познакомилась с Денисом, и мы начали все вместе общаться. Как оказалось, Денис очень интеллигентный человек, он историк, он так рассказывал про Петра Первого. Какой про я историк, я слесарь. Декабристов. Денис, ну зачем вы так про себя? Я понимаю, ваш друг, да, тот действительно слесарь, он алкоголик какой-то. А Денис, он не такой. Ну, вы понимаете, мы вместе жили, были соседями, так как Стелла, вообще все это неинтересно. Mm-hmm. Она как-то от нас отошла, и мы очень много времени проводили вместе с Денисом, гуляли. А потом Денис сказал, что ему нужно уезжать. Я, на самом деле, очень сильно расстроилась. Uh-huh. Я вот как сейчас помню, это было 20 июля. Вечером нам хозяйка домика принесла наливки. Мы посидели, выпили. Друг Дениса тот напился сразу же и уснул. Стелла тоже куда-то делась. А я, если честно, немного перебрала, выпила лишнего. Мне так плохо стало. Денис проводил меня... до комнаты, и, если честно, ну, у нас с ним случился секс. Я помню, как утром 21 числа он собрался и ушел от меня, а чуть позже оказалось, что я беременна. И вот недавно у меня 4 месяца назад родился сын Филипп. Поэтому я на самом деле не хотела обращаться в суд, но, понимаете, на ребенка столько всего нужно, поэтому я решила, конечно, подавать на алименты. И моя подруга Стелла тоже говорит, что нужно это делать. Поддержала вас, конечно. Да, да. Угу. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» сейчас прочерк. Денис, скажите, пожалуйста, были у вас близкие отношения с Риммой? Нет, я отрицаю этот факт. Отрицаете? Да. Денис, ну как, ну неужели ты меня не помнишь? И вообще, я никакой не слесарь. Я слесарь-инструментальщик, работаю на заводе. Вы не историк, вы хотели сказать. Вы не историк, ну, вы слесарь. Я не историк, да, прошу прощения. Я слесарь, работаю на заводе. Угу. Между прочим, 7-го разряда.
На дачах никаких не отдыхаю. Ни и тещиной дачи, знаете ли, во, по самую макушку. Какой еще теща? Вообще-то я женат, у меня есть двое детей. Жену я свою люблю, ей не изменяю, и меня все устраивает. Боже, так, боже, это боже, хорошо, да, когда человека все устраивает. С истцом, с Риммой вы не знакомы, интимной близости у вас не было. Нет, ни в коем Ваша случае. Честь, да, я его знаю, я родила. Я поняла, а вот прошлым летом где вы были, например? Ну, если говорить про прошлое лето, а именно июль, то мы ежегодно собираемся с мужской компанией, едем на рыбалку, сплавляемся на катамаранах. Знаете, от семьи отдохнуть. У меня и квитанции есть. Я оплачивал картой. И брали мы в аренду и палатки, и катамаран. Прошу обратить... Что это у вас там за квитанция? Это что? Да, это оплаченная... квитанция... Что? Оплаченные катамараны? Да, мы брали в аренду снаряжение. Это катамараны и палатки. Подождите, пожалуйста. Попрошу обратить внимание на даты. 16 июля мы взяли... Спасибо. Все, и отправились. А 22-го вернулись. Да это не может быть. Так что мои дети при мне, а ребенком, а отцом вашего ребенка я быть никак не могу. Денис, ну как вы можете это говорить? Ну неужели вы не помните, как мы гуляли с вами? Римма, здесь действительно документы, которые подтверждают слова ответчика. Ваша честь, но они могли просто, например, взять, а сами приехать в этом домике, жить вместе с нами. А вы уверены, что вы не обознались вообще? Нет, я правда, это Денис, я бы... Ну... Он очень интересный человек. Я, правда, не знала, что он женат, но это он. Да и точно, она это... обозналась. Нет. Я что же, какой-то актер, что ли, известный? У меня лицо такое, что можно перепутать. Давайте пригласим моего друга Семена Антипова. И он подтвердит, что мы с ним вместе были на сплаве. И что отцом ребенка на стороне я никак не могу быть. Да, давайте действительно заслушаем вашего свидетеля. Это Антипов Семен. Пригласите его, пожалуйста. Прошел всего лишь год. Я же троечником был в школе. И декабристы. Ну, ты про Петра Первого рассказывал. Ты Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Семен, расскажите, пожалуйста, что вы делали вместе с ответчиком, с Денисом прошлым летом? Вот истец Римма хочет установить его отцовство. Утверждает, что он является биологическим отцом ее сына. Да каким отцом? Если она русалкой только к нам приплыла, мы рыбачили. Он не может быть отцом, это чушь полная, ваша честь. Ваша честь, это вот этот друг, алкоголик, который каждый вечер напивался, это он, это вот он его друг, я даже не помню, как его зовут, это он, я его знала. Зовут его Семен? Мы были, отстись. Как... Нет, пьем каждый вечер. Не совсем понятная ситуация. Вот Денис, например, историк, по версии Риммы. Да какой он историк, он слесарь. А вы? Я, ваша честь, я строитель, отделочник. Ну, по вам видно, что мне, алкоголик. Мне Дэн рассказал, в чем тут дело, ваша честь. Мне он рассказал. А теперь вы суду можете, пожалуйста, рассказать? Да, он не может быть нашим ее отцом, потому что мы на рыбалке были, когда она залетела. Это чушь она несет полную. Ваша честь, да они, скорее всего, просто взяли документы, да не были на какой рыбалке. Они правда... То есть вещи на прокат взяли, а на рыбалку не поехали? Да, да, скорее всего, так и было, ну, потому что сама они по соседству с нами жили, вдвоем. Слышь, ну ты сама сейчас... башкой подумай своего. Ваша честь, сами прикиньте, мы что, дураки, что ли? За аренду заплатили и дома остались. Катамаран только один сколько стоит, сами прикиньте. Мы каждый год с мужиками собираемся и так сплавляемся. Все мужики свои. Вот. И, конечно, из нашей компании, если так уж говорить, я рыбак профессиональный только, а остальные эти так, любители. Вот. Но я к чему это? Я фотографирую еще, когда отдыхаем. Вот. И я фотки взял с собой. Вот. Посмотрите, полюбуйтесь. Фотографии очень красивые. Все было понятно, чем мы с Денисом занимались. Простите, потому что здесь рыба на фотографии. Здесь рыба. Ну, рыба, ну, да. Улов наш. Ну, это улов наш. Конечно. Посмотрите, а почему вы считаете, что это доказательство того, что вы поймали эту рыбу прошлым летом? Это просто фотография рыбы. Да, это просто рыба. Вы посмотрите. Посмотрите. Там места, знаете... Железные аргументы. Там места, знаете, какие золотые. Это рыбка какая, щучки какие. Мы так каждый год с мужиками собираемся. В том году в Аккурате по речке сплавлялись вместе, вот. Я как раз фоткал все, вот. Вот, и тогда еще я ржал этот кадр, помню, в речку свалился, я на него разозлился, сам чуть не утоп, спинник мой чуть не утопил, дорогущий, японский.
Мы чуть не подрались с ним из-за этого. Ну, пьяные были, бывает. Вот. Нас мужики растащили. Вот. Да и Дэн не виноват, конечно. Я к чему это? Вы сами поймите, как Денис мог и рыбку ловить, и за столько километров на эту бабу залазить, ребенка и делать. Ну, бабу? Ну а кто ты, елки-палки? Чувства не неси. Ну вот видите, Рима, какой железный аргумент. Рыбу даже показал. Ваша честь, прошу, я докажу, что я родила Дениса. Можно пригласить мою подругу Стеллу? Она докажет, что вот видела и Дениса, и вот это вот друга его алкоголика. Конечно, можно. Кирюхину Стеллу, пожалуйста, пригласите. Возможно, вы каждый год снимаете, на самом деле, домики. Здравствуйте, Стелла. И так, видимо, девушек соблазняете, невинных. Да. Скажите, пожалуйста, Стелла, вам ответчик и его свидетель знакомы? Да. Знаете вы этих людей? При каких обстоятельствах вы с ними познакомились? Мы в прошлом году отдыхали с Римой, ездили. И там я видела вот, в принципе, вот этого Дениса, вот этого, я даже не помню, как его зовут. Пьяный постоянно. Да, в общем, есть кое-что, что должна рассказать. Ты уж меня извини, но просто посмотрите на нее. Вы видите, что, ну, она никакая. На нее вообще никогда никто не смотрит. Вообще. То есть я всегда думала, что она так и умрет. Высокое мнение о своей подружке. Ну, а что поделать? Что она так и умрет девственницей? Стелла, ну ты что? Тише, так надо. Ну, в общем, мы когда приехали, увидели, вот Денис приехал потом со своим другом. И вижу Рима, как поглядела на нее, на него, у него сразу так, у нее глазки заблестели. Я думаю, ну все, попала. Вот ее последний вагон. Сейчас она туда и заскочит. Ну и чтобы их как-то свести всячески, я старалась их оставлять побольше вдвоем, ну и все тому подобное, в общем... А дело-то не идет, он ей какие-то истории рассказывал, да? Ну, он про Петра Первого. Стихи какие-то читал. Да, да. А ничего не происходит. Тут ему вообще надо было уезжать уже. И Рима тут загрустила. Я думаю, ну надо что-то делать. Я к нему подхожу вечером перед отъездом и говорю прямо. Слушай, Денис, я вижу тебе как бы Рима не противно. Нравится она тебе, может, как бы у вас получится, а я тебе денег дам. Нет, ну, я себе могу позволить, у меня как бы нормально я получаю. Ну, он что-то мялся-мялся, пытался, глазки-то бегают, руки-то дрожат, деньги и взял, 10 тысяч ему дала. Ну что, получается, что я не только согласился за деньги со мной? Вообще, то есть вы его купили для того, чтобы он с вашей подружкой Римой переспал, да? Ужас, какой ужас. Мы о ребенке не договаривались. Ужас. Ну, раз ты уж накосячил, ты имей совесть, признайся. У нее, кроме тебя, вообще никогда никого не было. Нет, это уже перебор. Давайте пригласим мою жену. То есть до этого было окей, а вот теперь перебор, да? Это нет. С деньгами уже перебор получился. Я с ней не то чтобы за деньги, я с ней вообще не спал. И у меня свидетель есть. Давайте пригласим мою жену. Конечно. И она докажет этот факт. Чувствую, они прут, конечно. Что она докажет-то? Что вы на рыбалке были? Это уже ваш товарищ подтвердил. Да, вот, например, Рима говорит, что 21 числа утром я от нее ушел. Да. А я в это время дома был. И спал со своей женой. И она это докажет. Ваша честь, у них с женой очень хорошее отношение. Это ваша супруга сейчас подтвердит. Я знаю, Лашину Марину Артемовну, пожалуйста, пригласите в зал суда. Такие мужики. Нормальные мужики дома сидят. Какой кошмар. Я дома с женой был. Конечно. Конечно. Да, хорош, сочинять-то уже. Да, на ходу. Ты накинулись на прямо, елки-палки. Сейчас мы соседями же нашими все были. Все будет явно видно. Всегда правда всплывет. Тем более за деньги. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Марина, скажите, пожалуйста, у вас с супругом хорошие отношения, он верный муж, примерный семьянин, да? Ваша вот честь. Тут девушка Рима утверждает, что он является биологическим отцом ее сына. Да, ваша честь, я сейчас все расскажу. Мой муж, ну, прямо сказать, да, он как бы не самый динамичный в нашей семье. Я хозяин, я рулю. Этого человека я, естественно, когда-то отпускаю, да, боже, допустим, рыбалка. Это его хобби. Раз в год, ничего страшного в этом нет. То есть они с другом
без пяти минут алкоголиком, также могу признать. Семен, хорош, Марина. Успокойся, я тебя далеко не первый день знаю, они лет 10 дружат, и каждый год они мужиками собираются. Ну, раз в год, не раз в год, а дома ты у нас бываешь частенько. Они собираются, уезжают, рыбачат, и почему я в этой ситуации могу точно сказать, что мой муж не может являться отцом этого ребенка. Это почему? Прекрасного ребенка, потому что именно в прошлом году, как правило, когда они уезжают, они возвращаются в воскресенье утром. Ага. Для того, чтобы выспаться день и в понедельник на работу. Но именно в прошлом году, в июле, когда они уехали, он вернулся, по-моему, даже вот не под утро, да, вот ночь была, я еще испугалась, ну, что-то случилось, или, ну, себя потешило, что он меня хочет проконтролировать, не загуляла ли я там. Он сказал, что утопил спиннинг твой. И они подцапались, поссорились, и он вернулся. То есть не только утром он не мог уходить оттуда, он и ночью дома был. Поэтому, дорогая моя, ты немножечко напряги голову, с кем ты там была и от кого ты забеременела. Мой муж, в принципе, не гулящий. Поэтому, ну, не надо в эту сторону смотреть. Тут не в нем дело. Ты вообще, на нее не наговаривай. Вот у тебя он тихий, скромный, а вот такие вот тихие и скромные, знаешь ли, с женщинами за деньги не спят. Да какие деньги? Говоришь, еще и за опять деньги. Ваша честь. Уже не просто он там Стелла говорит, что заплатила вашему мужу для того, чтобы он с Римой переспал, вступил в интимную связь. Не было. Я об этом... Мой муж был дома. Я это ответственно заявляю. Дома с детьми все и со понятно. Мной. Угу. Ваша честь, я не знаю насчет денег, первый раз это слышу, но то, что они точно там были в домике, и что Денис, отец моего ребенка, я могу доказать. Да хорош, пригласите, хорош, пожалуйста, подожди. Марию Тимофеевну. Это хозяйка как раз этого домика, которая нам сдавала, нам со Стеллой и Денису с его другом. Вот она пусть подтвердит, что... Да, действительно, будет очень интересно ее послушать. Егорову Марию Тимофеевну, пожалуйста, пригласите. Вот сейчас это какой-то жена был, правда, и узнает, он еще и жена, какой ты у вас. Мой муж был дома. Здравствуйте, Мария Тимофеевна, проходите, пожалуйста, вставайте. Да не был он дома, он был с нами. Да, конечно, не был никто с тобой. Да, со мной был. Отец моих детей. Скажите, пожалуйста, Мария Тимофеевна, вам знаком ответчик, друг его Семен? Знаете вы их? Ой, ваша честь, я их всех узнаю. Вот девок этих двоих, о, интеллигент стоит, я его прекрасно я помню. Говорю, и друг его, вот этот алкаш, он да каждый вечер что был я. Алкаш, хорош, он у меня самогоночку покупал, ну, да. А самогонка у меня крепкая, нахваливала. И всем раз в округе моя самогонка нравится. Так. Да не было ни в каком поселке. Как за самогонка? Скажите, да, пожалуйста, они между собой... Мария Тимофеевна, а Денис с Семен с девушками общались? Как-то да, взаимодействовали? Он же и меня не узнает. Слесарь он. Наслесарил он. Я прекрасно, ваша честь, помню этот день. Они тут ему провожалки устроили. Все хорошо напились. Алкаш сразу на покой. Да, хорош алкашом ты меня называла. Шаталась, ходила, глазки блестят. Ну, тут ее Денис вызвался проводить до комнаты. Довел. Ваша честь, что было через полчаса? Охи, ахи, кровать заскрипела, я нервничаю, у меня мебель старая, черт окаянный, мне мебель поломаешь. Вспомнила молодость, всю ночь не спала, таблетку. Это вот к бабке не ходи, он отец этого ребенка. Да край красиво вы заливаете, ох, бля. Что заливать? Я еще в своем уме, а то я вас не узнала. Стоишь, красный рубашоночек. Да не я это был, не было меня там. Что за глупости? Ваша честь, вертится, как вошь на гребешке. А книжка? Вот, ваша честь. После это того, как они от меня съехали, я там уборочку затеяла. Да. И под кроватью нашла книжку. Что за книжка вот она. Такая? Может, русский военный по телевизору костюм. Показали меня. Первый четверть 19 века. Хрень слесарь какая, какой грамотный пошел. Какие книжки читает. И вот смотри. Библиотечная, штамп. И имя твое, и фамилия твоя. Опять скажешь, что там не было. Я же говорила, что он... Но вы прямо следователь. Да. Вы прямо аст дедукции. Гений. Тихо, Марин, угомонись. Дома разберетесь. Ты хорош свидетель. Почему? Хорош, угомонись. Да, Марин, пожалуйста. Тихонее. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Денис, это вы оставили эту книжку там? Да, ваша были книга? Были мы с Семеном. В этом доме. И книжка моя. Блин, ну, хорош, Маринка, хватит, пожалуйста. Дома разберетесь, тихо. Да. У меня хобби такое.
Я солдатиков делаю оловянных, миниатюры, раскрашиваю, ну, тихо, чтобы дома достоверно все было. Говорите. И женщины не спишь. Слышь, оловянный солдатик, я тебе сейчас ноги подергаю, эти руки попереломаю здесь, все, что ну, лишнее. Марин, ну хватит. Ну. Что хватит? Ты понимаешь вообще, что сейчас происходит? Потом я потом люблю же тебя, ну хватит. Стыдно было. Ваша честь, я там думаю, все дело было в том, что в этом, в том году, получается, что наша компания не собралась, в которой мы обычно ездим на рыбалку. У одного ребенок заболел, у другого еще что-то произошло. Вот, только мы вдвоем с Семеном-то и остались. И Семен предложил, а что нам домой-то ехать? Давай дачку снимем. Но снаряжение вы взяли, да? Да, взяли снаряжение. А потом передумали рыбачить. Вот как я и говорил. Так, ну, хорошо. Потом по девкам. Да разгон. И Семен говорит, ну ее эту рыбалку. Ездим, да. Угу. На катамаранах, чтобы сваляться, вообще нужно 4 человека. А мы вдвоем остались. Ну и сняли. Я согласился, сняли мы эту комнатку. Угу. А там девчонки эти. Мы познакомились. Я, Марин, тебе не рассказывал, ты бы мне такое устроила. Конечно, к рыбалке еще и девушек сняли. Но я хочу сказать, что я ни с кем не спал. Как? Я подтверждаю. Риму. Риму. Я только ну, конечно. Дэн всегда у меня был на глазах. Да, до комнаты проводил. До комнаты проводил с семьей. Выпил лишнего и уснул. А я, Мариночка, по тебе соскучился. Ну. Домой поехал. Боже пошел мой на станцию. А как врет? Давайте уже кто по кому соскучился, уже не важно. Пришло время ознакомиться с результатами ДНК-теста. Принесите, пожалуйста, конверт. Ой, готовься, Денис. Да, да. Неужели жена твой ребенок? Зачем надо было? Обнекивайся. Я же говорила, правда все равно всплывет. Главное, алименты сейчас будут, да, помощь будет какая-то. Я тебе никогда не заменял. Никогда. Ну как, ну рыбалка, Марин, ну пожалуйста. Сейчас ну, слесарь нормально получает. Оглашаются результаты ДНК-теста. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Лашина Дениса Матвеевича и Филина Филиппа Денисовича. По результатам настоящей экспертизы Лашин Денис Матвеевич не является биологическим отцом Филина Филиппа Денисовича. Ну это погоди, тоже еще полдела. Что? Что происходит? А кто? Для вас это шок, что ли, да, истец? Неожиданно. Что вообще происходит? Кто тогда? И как? Как? А как это? А вот так, рыба моя золотая, что Дэн тут ни при чем. Другого папашу ищи. А чего ты лыбишься? Там, между прочим, кроме тебя, а друг твой алкаш вообще не считается за мужика. Да хорош, уже обзываться-то, ёлки-палки. Больше никого, в округе за километры не было. За языком следим. Это Денис ночью так и называл. Рыба моей золотой, как... Девка! Это был ты! Ой, ну ты совсем о, как прям... Я родила от алкоголика! И алкаш обвел тебя вокруг пальца. Ну ты совсем молоко! Семен Борисович, а что это вы так загадочно улыбаетесь? Темно же было, ну... Боже, я родила от алкоголика! У вас была близость с Римой? Отвечайте, пожалуйста, суду. Только честно. Ну, была. Но это не я, она сама виновата. Понимаете? Что ты молчал-то? Понимаете, мы когда Дэна провожали, ну, бухнули тогда все, ну, отмечали, что провожаем его. Это уже ясно было давно. Да, вот. Я тогда на лавке... Уже все сказали, что вы были очень пьяны. Да, 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 да. Я тогда на лавке обрубился на улице, вот. Потом проснулся, вот, никого нету. Я поперся в дом, вот. Ну, хотя бы не захожу, под шофе был, может, пьяну комнаты перепутал. Зашел, завалился на койку, а там это... Вот. Я увидел ее подниматься, уйти. Она как меня вцепилась и к себе прижимает. Ну, сами поймите, и пошло-поехало. Я что тогда думал? Я тогда ухмыльнулся, думаю, ну, наверное, это бабенка под шофе тоже вот, на приключения потянула по этому делу. Вот. А потом это до меня доперло, что она меня с Дэном перепутала. Вот. Но тогда уже поймите... Поздно было, у нас уже, ну, получилось все. Вот. Ну, и что мне оставалось делать? Я встал, ушел. А что мне с утра разбираться, что с ней там? Говорить ей что-то? Зачем? Нахрена? Если бы она не залетела, никто бы и не узнал ничего. И сейчас бы всем бы лучше. А теперь... Вот. А фотки те с прошлого года, они все одинаковые, в принципе, всегда. Вот. Но... Рим. Будь что рассказать детям. Слышь?
Ну, раз так получилось, я, если что, не отказываюсь. Я, если надо, и жениться могу. Что ты? Ну... Сына будет ко мне за самогон. Ничего, нормально все будет. Ничего страшного. Будешь что детям рассказать, истории смешные. В жизни всякое бывает. Да что ты гонишь? Ничего страшного. Жен, ни при чем. Хороший. Слышишь, ты, Альфонс в розовой рубашке. Чего это я Альфонс-то? А ты бабки зачем брал? Раз спать не собирался. Да я не спать я не собирался как раз таки. А деньги мне на материал. Бабки верни. Подожди. Ты подругу продала? Это какие уже деньги? Наши с ней подожди, разговоры. Вот ваши, вот и поговорите. Деньги, ты с него расписку да, взяла? Да, Марина, молодец. Ты раз... Какие с мужика вообще происходит? Взятки? Деньги она меня требует. Год прошел, ты что хочешь? А действительно, вы же деньги-то взяли? Для чего в деньги взяли? Ну, мне на материалы нужны были. Там краска дорогая, литье. Это вообще... Мужчины какие то есть пошли? Так просто подходит, вам девушка деньги дает, вы говорите, спасибо, морали. Я пошел. Да, успеваю. Да я с ней спать никакой не думал. Морали. Я думал, возьму, домой поеду. Мошенник, значит. Подруг свою продает. Нормально так делать? Самое это вообще все ненормально, что здесь происходит. Башкой надо было думать. Я даже не думала, что так может обернуться. Я сначала даже не думала, что он может быть женат. Понимаете, он когда приехал, то был одинокий, у него кольца не было, он телефон не брал, никому не звонил, про семью ничего не рассказывал. Даже не думала, что так может получиться. Я не могу же сама у него спрашивать, есть у него нет жена. Он столько времени со мной проводил, так общался со мной. Думала, что у нас не может что-то получиться. Даже подумать не могла, что он может... Ну будем вместе, да не нужны такие, спасибо. Зачем ты мне нужен? Да ладно тебе, ну что ты? Будет нормально. Извини, я не хотела тебе, я даже не знала, что ты женат, не хотела тебе. Что дальше делать-то будет, Римма Яковлевна? Будете устанавливать отцовство Семена? Растить? Я думаю, да. Я буду устанавливать отцовство мне, потому что нужны... Я буду подавать на алименты. Как отец, он мне не интересен, он мне не нужен. Я вообще не допущу ребенка. Так он, видите, практически жениться на вас готов уже. Я сама воспитаю своего ребенка. Будет хороший человек. Лучше, знаешь, никакого отца, чем такой, как ты. Представляешь же вынесение решения. Слушай, ну ты встрял, Семен Семенович. Оглашается решение суда. В иске об установлении отцовства и о взыскании алиментов отказать. Суд не устанавливает отцовство ответчика Лашина Дениса Матвеевича, потому что утверждение истца Фирина и Риммы Яковлевны, что ответчик является биологическим отцом ее сына Филиппа, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства и заключением молекулярно-генетической экспертизы. Не признав ответчика отцом ребенка, суд, соответственно, отказывает и в требовании о взыскании с ответчика алиментов. Судебное состояние закончено. Ладно, это тебя надо поздравить. Отца нашли, крёстного найдём. Рим, ну что ты так убиваешься? Ребенок будет расти. Нужны.